я говорю, как бы это самое. А с разгончику? Ой, как бы пол лося сейчас не порвать. Ну вот с разгончику проедешь, конечно. Без блокировок, да, вот видишь, как бы. Да, конечно, блокировок нету, да. Хотя бы одну вперед поставить. Ох, как. Зато резво. Ну, сынок, только с разгона. Ну вот, если бы на, еще бы побыстрее разгон, опасность здесь, что вот так, ну там он может уже перевернуться. Когда выскакивает. Я не знаю, как АБС бывает, но нет, на некоторых вот УАЗиках у меня нет АБС, не держится, машина обратно катится быстро. Вот не крути рулем главное. Она разгонится, рулем, если повернешь резко, можешь и завалиться на бок. Ну, а тут... сейчас меня разогнаться? Зачем нет? На первой, на пониженную пробуй заезжать. Ты, без ты, газа, ты, без ты, ускорения. Машина. Если на первой не будет получаться, то потом попробуй на второй с газком. Пробуй! Заедет, да? Если наверху на мост не сядет, но он зато обратно сядет. А, все. Не заедет. Нормально. Почему? Подожди. Сейчас на второй. На видео-то там, видишь, запорожцы заезжают. На, подожди. Первую пониженную. Первую пониженную. Первую пониженную и на тормозе. Да вообще, Арам, слышишь, на тормозе опускай, спускайся, спустишься. Стой! Влево, еще, сюда. Все, давай, спускайся, аккуратно. Давай. Нормально. Не, сюда. Зачем? Все, вот так держи. Давай. Стой! Не газуй! Подожди. Что-то как-то это все немножко страшновато. Сейчас справа на первый, не надо на вторую, аккуратно, просто пробуй. Даже можешь, знаешь как, не газуй, а просто почувствуй. Потому что газанешь на первый, он у тебя что-нибудь пойдет сюда, не вовремя, не это самое. Попробуй сейчас вот вправо и попробуй тихонечко. Давай. Осторожно назад, осторожно, не забиваешь. Ну вот, как бы пробуй постепенно, чувствуешь. Не едет. Да не, нормально, сюда пока можно не смотреть. Здесь вот так выехать можно. Да. Если что. Тебе надо, знаешь как, попробовать что-то назад закинуть. Пробуй. Ну, так, вот сейчас, и перед немножко закидывай, как бы, вот сейчас, назад. Вот так. Тут уже просто, как бы, это самое, лишь бы выехать. Просто сам. Вот опять не туда. Вот сейчас,
Мне кажется, сейчас вот прям. Слушай, он бешеный. Давай тут так легко, это самое. Пока. Не, сейчас зачем так сильно? А раз, смотри, пробегу сильно. Серега? Вот перед пойдет. Вы на еще снимает это все дело. Я когда сам там боялся, ну, там почти. Я все боялся. Не надо вот так. Знаешь, еще такой момент? Вот там где-то не в конце, а вот где-то, когда она начинает заезжать, у него постепенно так, ну, теперь начинает постепенно сходить, в этот момент будет как бы не до конца вправо, но правее его возьмем. Сам, когда едешь, вообще не пошел. Я не верил, что выйду, Серега. Ну как так? Я не верил, что я выйду, чуть, серьезно. Я чуть не посидел здесь, реально. Классно вообще, без блокировок, без ни хрена. Из этой ямы. Самое главное, без ни хрена. Серега, он седой уже поднимается с ямы. Это самое, вот серьезно говорю, даже если где-то потом в другом месте... Лучше 100 раз подумать. Реально, можно вот даже с безобидной какой-нибудь небольшого, навернуться можно. На высокой вот машине. Да. Навернуться можно. И будет тогда очень обидно, что не с крутой горы, хотя нет, наверное, у него будет как обидно бы. Обидно будет наоборот, в любом случае. Радоваться. Что с крутой-то полетишь. Вы хотите сказать, это не крутая гора? Нет. Ну ладно, хорошо. Ну как, ну, то есть не совсем. Вот отсюда вот еще вот интересный заезд. Тоже. Ну тут примерно понятно, наверное. Хотя не так. Да, давай. Он пузом задел. Охренеть. Саня! Ау! Я попробую медленно сюда заехать. Куда? Вот сюда? Сюда, медленно, на первый. Ну давай. Охренеть. Здесь я поднимусь. Слушай, ну похоже, да? Смотри. Глушителем землю роют. Это не глушитель, это у него фаркоп. Серега, я говорю, у тебя магия какая-то там. Ты включаешь ее перед тем, как заехать. Саня, вот сейчас никакая магия не поможет. Уже 100 раз это. Саня. Это что-то. Саш, скажи, пожалуйста. Ой, сейчас банка снесет. Нет. Слушай, он заедет. Стой, смотри, если что, страшно, не надо. Смотри, назад или нет. Смотри, смысл такой, назад, когда покатишься, вот тут старайся на тормозе, ну, вот тут так. Потому что у тебя мозг, когда она чуть посильнее, бампером чуть-чуть сбивает. Сейчас не, вот, чуть-чуть не задел, но вот прямо близко. То есть она... Тормоз.
На тормозе скатываемся, обязательно на тормозе. Давай еще раз попробуй так, если страшно, как бы. Эй-эй-эй, давай, скатывайся аккуратно на тормозе. Чуть-чуть бы и заехал. Нормально, нормально, рулем не крути, главное. Рулем не крути. Отлично. Вообще супер. Сейчас заедешь. Вот сейчас заедешь. У меня тоже мигает. Просто сильно не надо разгон, потому что она там как-то может подпрыгнуть. Смотри, масло бежит. Вот так стоять. Будешь буксовать, будешь на брызг, будет страшнее. А ты что-то не делал. Сейчас сейчас увидишь, ты побольше разгон, ты должен получить тебе это сам. Как бы не в пол только, не так не в пол. Смотри, так а что надо снимать? Ничего не видно. Я не знаю. Серега, я снимаю. Не, ну ты-то понятно. Я ему передам. Человек хочет, чтобы дочь снимала. Все, понял. Если Саня передаст, мне не надо. А, Саня снимает, конечно. Давай разгон. Ну а что не поехал-то? Давай, давай, давай. Ёлки, а он испугался, наверное, думал, обрыв там. Молодец! Молодец!